До сих пор не могу понять, как Франция вышла в четвертьфинал Евро без единого собственного гола в игре. И как много вопросов и так мало ответов. Не буду ломать голову, а лучше сделаю пару заметок в дневник чемпионата Европы. Мы начинаем. Весь мир только и говорит о слезах Роналду, хотя у Португалии другие герои. Криштиану в дополнительное время не забил пенальти и сразу расплакался. Это фото стало вирусным в соцсетях. А еще британский канал BBC сразу после промаха Роналду дал такие титры «Промахтиану пеналду». Эту шутку не оценил английский экс-защитник Челси Джон Терри. В своих соцсетях он назвал это позором. Настоящий герой Португалии – это голкипер Диогу Кошта. Он выручил свою команду после ошибки 41-летнего защитника Пепе. А в серии пенальти взял 3 удара из 3. Монстр, но челядник все равно круче. Вы помните, как летом 2022-го он взял 4 удара в серии пенальти против Пюника и вытащил Шериф в группу Лиги Европы. На пресс-конференции после матча Франция-Бельгия журналист разозлил Кевина Де Брюйне. Он спросил, не тяжело ли осознать, что золотое бельгийское поколение не дошло до финала. Кевин ответил, что вы хотите этим сказать? Думаете, у Англии, Германии, Испании не золотое поколение? Какая глупость. После этого Де Брюйне не выдержал и ушел грустить после вылета с Евро. На Евро 2024 жалуются на крохотные офсайды. В частности, тренер сборной Дании Каспер Юльман. После матча с Германией он пришел на интервью с телефоном в руках и показал вот эту картинку. Момент с офсайдом Томаса Дилейни, который стал причиной отмены гола датчан. Каспер возмущался тем, что нельзя отменять голы из-за таких маленьких офсайдов. Но правило есть правило. Сегодня мы узнаем последние пары четвертьфиналистов. Евро медленно, но верно идет к своей развязке. А я с вами прощаюсь. Пусть футбол остается в ваших сердцах.